Всем привет! Сегодня мы решили рассказать вам о таком, о своем маленьком друге, маленьком питомце, о нашей рыбке, рыбка-петушок. Купили мы ее, конечно, больше из-за Арины, из-за малышки нашей, которой вот 3 годика почти, потому что пока нет возможности завести собачку или котика. Вот завели вот такую рыбку. Вот он у нас плавает. Плавает в таком пивной бокал. Такой мы сделали аквариум для нашей рыбки. Он один у нас, потому что если посадить вторую такую рыбку, то они будут драться. Вот такой он красивый. Он у нас уже большой вырос. Мы его кормим. Детям очень нравится, вот особенно Арине. Мы до мальчика узнавали, что несколько цветов это самцы. Вот. Ну вот сейчас мы покажем, как. Ему, кстати, можно подставлять зеркало. Это у нас у детей любимое занятие. Подставляют зеркало, и он начинает драться. Сейчас мы вам покажем. Вот, это он хватает так воздух. Можно чуть-чуть? Да. А, я знаю. Вот ручка. Он не любит ручку. В общем, так можно развлекать деток. Хороший такой питомец. Затрат мало. Интересно. Выгуливать не нужно. Ветеринару водить тоже не нужно. Вот так плавает себе тихонечко. Кислород не нужен. Вот он так, видите, воздух набирает. Мама, тут так. И плавает тихонечко себе. Маленький. Он уже понимает, когда подходим, уже с кормом. Уже ждет. Сейчас беспокоится, видите. Ну, маленький, мама. Маленький. В общем, маленьким деткам очень интересно. Сейчас дадим покушать ему. Вот так вот чуть-чуть. Подожди, Ариш. Не хватает вот столько. Буду снимать сверху. Сейчас вот Никита подставит зеркало. Смотрите. Чтобы он смотрел на свое отражение. Начинает вот суетиться. Сейчас посмотрим. Вот уже немножко жабры распушает. То есть он уже готовится к бою. Давай, давай. Дерись с ним. Ты не хочешь? Вот он смотрит. Ничего не понимает. Уже начинает. Все, убежал. Ну, он понимает уже. Ну вот, принесли мы его на стол. Он у нас стоит на компьютерном столе. Уже принесли в обычную для него обстановку. Уже он, чтобы успокоился. Сейчас я попробую выключить свет. Может быть, лучше будет видно. Вот мы поменяли водичку. Воду просто отстаиваем в течение суток.
Мама и Нина. И да, вот и мама, и Арина. И потом вот меняем просто ракушки. И он плавает. То есть проблем как бы никаких. Покушал. Арина все зеркало ему показывает. В общем, такое развлечение для маленьких деток. Еще вот раз повторюсь. Очень интересно. И Никите, да. Давай попробуем ему еще. Он так дерется. Распушает хвост. Раскрывает жабры. Но их долго не обманешь. Мы ему ставили зеркало в саму вот водичку. Он сначала как-то так дрался, но потом уже понял, что его обманывают. И больше как-то ему уже было неинтересно. А сейчас он пугливый, как вот, наверное, что сносили в другое место. Так он сейчас боится своего отражения. В общем, если нету возможности завести котика, собачку, птичку, вот, то можно завести такую вот рыбку. Вот, Арина у нас. Только... Ну вот, чем занимается ребенок, да, Арина? Да. Интересно тебе, Арина? Да. Рыбки ты показываешь в зеркальце? Ну вот. В общем, покупайте себе таких питомцев домашних. Очень интересно. Очень занимательно. Особенно зимой. Вот у нас сейчас-то зима. Минус сколько у нас, Никита? Наверное, минус 18 градусов. 18-19. В общем, на улице долго не погуляешь. Вроде бы все поделали. Вот гуляем с рыбкой. Ну все, всем пока. Вот, видите, так раз воздух заглотнул. Тоже вам сказал пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Дальше будет еще интереснее. Пока-пока.